Просим продлить. 26 августа подходит к концу установленный региональным Роспотребнадзором срок для обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности двумя компонентами от коронавируса. Однако на данный момент из плановых 60% привито только 35%, уверяют предприниматели. В срок они уже не укладываются, а за это им грозят серьезные санкции. Штраф до 500 000 рублей, либо прекращение деятельности на срок до 3 месяцев. В распоряжении Омск-ТВ появилось письмо предпринимателей губернатору Омской области Александру Буркову, которого они просят в свою очередь обратиться к главному санврачу региона Александру Криге и обсудить возможность продления срока обязательной вакцинации. Первым компонентом до 1 ноября, вторым до 26. Кроме того, представители 3 ключевых объединений бизнесменов в Омске от «Опоры России», областного союза предпринимателей и торгово-промышленной палаты в письме просят предоставить им информацию о порядке контроля за исполнением сроков обязательной вакцинации. Несмотря на то, что нас сегодня убеждают, что вакцины есть, мы специально проводили эксперимент, делали пробную запись в 3 поликлиниках. Это было начало августа, если я не ошибаюсь, или даже конец июля. В одной из них нельзя было записаться в ближайшие 30 дней. Во второй запись была на конец августа, 26-25, по-моему, число, сейчас точно не помню. А в третьей был один день записи, порядка где-то примерно 11-12 августа, и затем тоже 26-27 августа. Соответственно, говорить о том, что так легко и просто можно записаться на вакцинацию на любой день, не приходится. По словам Александра Дерябина, бизнес не видит других альтернатив обязательной вакцинации, однако им необходимо достаточное время для реализации постановлений Роспотребнадзора. Письмо представители омского бизнеса направили после круглого стола, который прошел на днях в общественной палате. Тогда предприниматели вместе со специалистами Роспотребнадзора обсудили все волнующие их вопросы напрямую. Однако речи о переносе обязательной вакцинации тогда не шло. На встрече санврачи уверили бизнесменов, специальных проверок на целях на выявление непривитых сотрудников они проводить не намерены. Как на предприятии исполнили постановление Роспотребнадзора, представители ведомства оценят в ходе плановых проверок, которые проводились и до пандемии. Специально ходить и штрафовать они не планируют. Бизнес, в свою очередь, отметил, что этот порядок должен быть задокументирован и прописан в дополнительном постановлении, о чем они еще раз попросили в письме, адресованном главе Омского региона.